компания Атоми международная, и в каждой стране своя валюта. И для подведения итогов продаж компания ввела внутреннюю валюту Йен. Южной Кореи, по законам Южной Кореи, сетевая компания не может выплачивать свое вознаграждение своим партнерам более 35% своего товарооборота. Возьмем товарооборот за 100% бери. Помним, что внутренняя валюта компании – бери. Компания дает выплачивать своим партнерам. Где? 44% идет на спонсорское вознаграждение, 20% идет на мастерское вознаграждение и 6% идет на образователи центра. Мы рассматриваем мастерское вознаграждение. На него идет 20%. Из них 10% распределяется между мастерами продаж. Мастера продаж – это основа компании, это фундамент. От мастеров продаж строится идут все последующие уровни. Компания Атоми 7 уровней мастерства. И чтобы достичь этого мастерства, у нас есть 2 периода. С 1 по 15, с 16 по конец месяца. И чтобы стать мастером продаж, в любой из периодов расчетных вам нужно на личном ID иметь 700 тысяч пири. И в левой и в правой ветке по 2,5 миллиона пири. И компания вам выплачивает 10%, это приблизительно 25 тысяч рублей от мирового товарооборота. Приблизительно, потому что может быть плюс, не будет. И компания вам дарит подарки. Хемохим, коробку Хемохим, ФМ набор по уходу за кожей лица, Имен Кер, вечерний уход. И следующий уровень – бриллиантовый мастер. Чтобы стать бриллиантовым мастером, на вашем личном ID должно быть 1,5 миллиона пири. В левой и в правой ветке по 2 мастера продаж. И компания вам выплачивает вознаграждение 5% от мирового товарооборота. Это приблизительно 45 тысяч рублей. Компания вам дарит 55 тысяч рублей. Коробку Хемохим, ФМ по уходу за кожей лица и Evening Care вечерний уход. И следующий уровень – мастер Шарлотской розы. Чтобы стать мастером Шарлотской розы, вам нужно иметь на личном ID 2,4 миллиона пири и в каждой ветке по 2 бриллиантовых мастера. И компания вам выплачивает 2% от мирового товарооборота, приблизительно 120 тысяч рублей. Вам компания дарит денежное вознаграждение 110 тысяч рублей. Путешествие на 2 человек на 4 дня и 3 ночи. Стоимость каждой путевки 40 тысяч рублей. И следующий уровень. И чтобы выйти на следующий уровень, вам нужно еще 2 раза подтвердить мастера Шарлотской розы. И следующий уровень – стар-мастер. Чтобы стать стар-мастером, вам в один из расчетных периодов нужно иметь на личном ID 2,4 миллиона пири и в каждой ветке по 2 мастера Шарлотской розы. И компания вам выплачивает
1,2% от мирового товарооборота. Это приблизительно 500 тысяч рублей. Компания вам дарит денежное вознаграждение 550 тысяч рублей. Путешествие на 4 человек, уже на 4 человек, на, уже на 4 человек на 4 дня и 3 ночи. Стоимость каждой путевки 40 тысяч рублей. И следующий уровень – ролл-мастер. Чтобы стать ролл-мастером, вам нужно в один из расчетных периодов иметь наличные найти 2,4 миллиона PV и в каждой ветке по 2 старт-мастера. И компания, ну, платит вам 1% от мирового товарооборота, это мастерское вознаграждение. Компания дарит корпоративную карту на 110 тысяч рублей. Путешествие на 4 человек уже на 11 дней и 10 ночей. Каждый, стоимость каждой путевки 220 тысяч рублей. Вам компания оплачивает аренду автомобиля 60 тысяч рублей и денежное вознаграждение 2,7 миллиона рублей. И следующий уровень. Вам также нужно подтвердить ройл-мастера. Два раза, чтобы выйти на следующий уровень – краун-мастер. И следующий уровень – краун-мастер. Вам также нужно в один из периодов подтвердить, иметь наличным ID 2,4 миллиона VV и в каждой ветке – левой и правой – по два краун-мастера. И компания вам выплачивает мастерское вознаграждение в размере 0,5% от мирового товарооборота. Компания дарит карту 270 тысяч рублей, путешествие на 4 человек на 11 дней и 10 ночей. Автомобиль класса люкс стоимостью 3,5 миллиона рублей. И компания дарит денежное вознаграждение 16 миллионов рублей. Вам также нужно повторить еще два раза, чтобы выйти на следующий уровень, краун-мастер. Вам также нужно в один из расчетных периодов иметь наличные ID 2,4 миллиона PV и по 2 краун-мастера в левой и в правой ветке. И компания вам выплачивает 0,3% от мирового товарооборота. Компания дарит корпоративную карту 550 тысяч рублей путешествие на 4 человек 11 дней и 10 ночей. Автомобиль класса люкс стоимостью 4,3 миллиона рублей. Ассистент личный 70 тысяч рублей. Водитель личный 80 тысяч рублей. Аренда офиса 165 квадратных метров. Стоимость 140 тысяч рублей. И когда вы становитесь генерал-мастером, вам на сцену на тележке вывозят 55 миллионов рублей. Ну, сейчас на тележке вывозят. Раньше, да, когда только-только выходили первые империалы. Да. Вот эти подарки дарятся один раз при достижении мастерства. Корпоративная карта дарится, когда вы подтверждаете мастерство. У меня все. Спасибо.